Привет, подписчики. Если у вас нет вот такого углового элемента, а вам надо сделать стык, то так вот получается не очень красиво. Если его просто так поставить. Но есть вариант вырезать его, и будет вполне себе красиво. Вот такой лайфхак. Ну, это если магазин далеко или на улице метель, идти неохота за этим угловым элементом, то вот такая подсказочка. То есть вырезается, если смотреть перпендикулярно к нему. Вот так вот просто вырезаю по форме. Карандашиком очерчиваю форму и вырезаю. Давайте еще раз посмотрим. Вполне красиво ложится. Ну, это так, на всякий случай, лайфхак.